Всем привет, друзья! Это медицинский центр, где мы сейчас с Ларисой были. Вот в этом здании Лариса получала химиотерапию. Вот это наш гематомаре, где мы живем. Вот. Вот он. А вот где башенные краны, вот они, там строят новое отделение, новое отделение онкологическое. На пожертвование богатых людей, у которых родственники умерли от болезни этой страшной, рака. Вот, это мы не знаем, что вот там вот... Горы Гильбоа, их сейчас видно очень хорошо, вот, о которых я говорил в предыдущем влоге. Ну, собственно, все такое красивое, что можно только любоваться. Сегодня погода прекрасная, хоть и солнышко, но все равно прохладный ветерок. Вот это видно, видно хорошо, да, хорошо видно. Это торговый центр. Сейчас мы туда идем. Мы сейчас туда идем. Хотим посмотреть. Что мы хотим посмотреть? Сумку. Сумку. Для кошелька. Для кошелька? Для кошелек для сумки. Нет, и сумку для. И для большого телефона. И телефон для большой для сумки. Денег лучше туда положить. Какие деньги? Какие деньги? Там кредитки. И деньги. Все. Деньги. Фунты, стерлинги. А, да. Доллары, доллары. Мани, мани, мани. Дешевые. Что дешевые? Доллары. Евро. По дешевке. Евро положим. Так, здесь нужно осторожно нам идти. Сейчас паузу сделаем и пройдем здесь. Подожди, японские иены положим. Все, что можно, положим. Сейчас я паузу сделаю. Паузу я сделал вообще. Вот еще раз вид на Гиватамаре, на палеовулкан. Вот это одна из вершин вулкана, она осталась. Вот самая, да, вот сейчас я ее зумирую. Это именно самая, осталась, как сказать, оставшаяся, последняя, оставшаяся верхушка. Вот это вот. Вот она. Да, все остальное, что... Он весь потихоньку разру... Что ж такое? Сейчас, у меня сетка сейчас упадет. Фух. Я извиняюсь. Сейчас я сделаю зум нормальный. Да что? Ты сейчас на стол нажмешь. Нет, а ничего ты мне это... Использована графика 9.19 мегабайт, платформа Android. Ну что, я не туда нажал. Фух. Очень все сложно с этим аппаратом. В общем, ребяточки, сегодня у меня веселый день. Это химия. Ну это ерунда. Подходит моя сестра и говорит: Лариса, что завтра тебе нужно, он думает сделать твой любимый больной укол. Ты обязана сделать его, потому что у тебя лейкоциты, может быть, опять понизятся. Я говорю: ура, ура, ура. Мне после химии еще осталось этот укол. Класс. Они еще с допингом делают, да? Что я делаю? Я, конечно, борщинула. Ниже чуть-чуть дай. Вот так. Я борщинула. С
съела целую грушу сочную. Со смеху. Мне Ренуар принес по заказу шаурму. Мы ее поделили пополам. И так дофига было. Вот. Съела целый помидор. Что еще съела? А! Два стакана чая. Два стакана чая с лимоном сладких. А, яйцо еще советское съела, как в Советском Союзе. Вареное. Там еще куча еды была. Вот. О, скорая помощь. Опять кому-то плохо стало. О, сейчас вообще ничего слышно не будет. Сейчас проедет. Сейчас проедет. Короче говоря, сейчас химиотерапия. Сколько часов? 4 делали, да? 5 часов. Удовольствий много. Угу. Кайфов много. Сплошной трэш. Трэш будет вообще, если завтра укол сделают. Подожди, мы завтра позвоним, еще узнаем. А, да, позвоним, может он сжалится. Может сжалится, да. Там у меня и так высокое число этих чертовых лейкоцитов. Нет, Лариса, ты должна еще сделать. 1, 2 или 3 укола. Да. Обычно люди делают. Типа... Здоровые люди. Подожди. Могут делать это. Надо будет 4 сделать. Тихо, зачем? Не надо. Нет, кому? Ребята. Короче, говоря. Сейчас иду. Идем за кошельком. Сумочкой большим. Сумочкой кошельком. Магазин Ренуар, Гольф. Там 21. Ты что ты их перечисляешь? Они... Фиг их знает, какие еще там это есть. Не знаю, может мы в других магазинах будем смотреть. Вот, куда, на дорогу? Да. Так, идем быстрее, а то нас заарестуют. За что? А, за телефон. Лишь бы меня слышно было. Ну мы проверим. В общем, класс. Осторожно. Лариса, ты же допинг получила, да? Онкологическое отделение, это класс. Ты допинг получила? Кто курит? Кто? Да. Кто курил и курит? Да. И на велосипеде будет курить. Катается. Да. Счастливые люди. Ага. Наш сосед 84 года курит. И уже 84. Прогнил. Родился с сигаретой. Марокканец. Он счастливый. Дофига, сидит себе целый день, по 60 штук сигареточек делает, выкуривает. Боже, счастливый человек. Короче, я все. Все, пауза. Нет, все.